Полиция выясняет обстоятельства потасовки во дворе дома по улице Тепличной. Несколько мужчин, вооруженных палками, стали громить иномарку. Это съемка очевидцев. Люди с балконов пытаются утихомирить парней, но те не реагируют. По предварительным данным, мужчины оказались друг с другом знакомы. Теперь причину раздора выясняют правоохранители. Местные сообщают, что такие шоу не редкость в их дворе.